И вновь здравствуйте, господа и дамы, с вами Севен Лорд Скайрима. Мы продолжаем наши замечательные приключения. И, в общем-то, в предыдущей серии... Что ты на меня смотришь? Мы, казалось бы, доделали все, что мы должны были доделать в гражданской войне. И сейчас мы должны идти на Солитьюд. Но сперва мы должны поговорить с этим товарищем. Который пытается говорить как Бэтмен. Я не знаю, что это с ним. Поговаривают, будто Ульфрик всего-то хочет стать королем и ничего больше. Но разве они не видят, что гнев его палит народными слезами? Хорош трепаться, давай дальше уже идти по сюжету. Ты отправишься в форт. Да ну? Найди братьев, которые готовятся к атаке, и помоги им уничтожить имперцев. Какое разнообразие. Что скажешь, ты справишься? Да, да. Хорошо, у тебя есть огонь. Мне это нравится. Да хранит тебя Торос. Да. Хорошо, где этот форт? О боже. А, не, пока не Солитьюд, пока только форт, да? Отсюда или отсюда? Наверное, будет логичнее отсюда, да? Потому что здесь... Хотя, почему? Вот пройти и все. Чего бы нет... Напоминаю вам, для тех, кто все прослушал, мы двигаемся преимущественно по сюжету в этом прохождении. Ну или для тех, кто только что к нам присоединился. Все блуждания такие побочные, квесты и прочее, прочее у нас всегда и везде и навечно лежат и находятся и будут находиться в первом прохождении Скайрима, поэтому если вы этого еще не слышали, или если мистическим образом вы забыли об этом, первое прохождение ждет вас. А мы пока что бегаем. Я, знаете, я буду это прохождение... О, снег куда-то делся. Это прохождение второе, то бишь, называть таким, знаете, DLC своеобразным к первому прохождению. То есть мы здесь охватываем то, чего мы не охватывали. Где эти-то стоят все? Чего мы не охватывали в первом? Вон, стоят армия. Недоучек. Чё встали? Вперед! В какой-то обход они пошли, такой интересный. Ну ладно, давайте подготовимся. Ледяная буря себе неплохо показала. Не один раз причем. О, как вас много. А чё гудело только что? Кого-то где-то здесь нервно был. Это явно был не он, потому что воды нету рядом. А, да-да-да. Застрял, смотри. Он в меня, что ли? Он в меня стреляет. Ты посмотри, хам какой. Так, ладно, пойдемте в обход. Господи, левитация где-то, когда ты так нужна? Мне нравятся форты. Вот просто невероятно высокая стена. Я помню, здесь был какой-то такой хитрожопый обход. Или я с чем-то путаю? Я сейчас, по-моему, уйду вниз. Нет. Пускай они там сами сражаются. Чё я-то? У меня там Дармора бегает вместо меня. Все нормально. Все по плану. Блин, хотя бы, не знаю, сделали бы в игре заклинание прыжка Тинура или Тинура. Тинура, наверное, да? Которая была в Мора... Который... Почему который? Заклинание. Которое было в Моровинде. Хотя перепрыгивать какие-то такие вещи. Не очень высокие. То есть левитацию-то убрали по большей части из-за того, что... Это самое... Ну, чтобы люди не перескакивали на незагружаемые локации. Потому что здесь есть переходы. Ну, я капитаню, да, я знаю. В Моровинде-то переходов не было. Из локации в локацию. А тут они есть. Чё ты... Пытаешься-то в меня стрелять-то, ну? А, Дремора, я вызываю тебя. Оп! Вот, ну, блин, хотя прыжок... Тинура... Тинура, как его правильно-то, господи? Оставили бы. Какой-нибудь такой, чтобы нельзя было перепрыгнуть, знаете, стены какого-нибудь города и выбраться туда, наружу. Но при этом, чтобы... Можно было бы хотя бы вот такие вот стеночки перепрыгивать. В кого бы жахнуть-то так? Куда они все целятся? Странно они это делают.
Что это было так что? Слушайте, пускай сами делают. Я не хочу. Наверху кто-нибудь есть? Не знаю, сделали бы стены вот в городах повыше, да? Ну, было бы логично. Ну, хотя бы можно было бы перепрыгивать какие-то вещи такие. Не очень высокие. Ты еще постреляй в меня. Я не называю себя воином, что вы такие неучи-то все. Так, где вражина? Не вижу. Их тут так много, этих уродцев. 47%? Господи, а где все остальные-то? А, опа, ползали. Слушайте, а, наверное, все-таки их количество действительно зависит от уровня сложности, да? Смотрите, как классно они сражаются. Да чтоб тебе, куда пошел? Так, умер, да? Это наш? Это наш. Ты откуда тут взялся? Из воздуха просто материализовался. А это кто? Господи, не признал тебя, мужик. У тебя так тень упала, я думала, что за чувак в капюшоне. Аж что-то как-то напряглась. А. Прикиньте, сейчас дракон прилетит, о, смешно будет. Стоять, куда ты бежишь-то? Господи. Кстати, а почему на них так обычный огонь действует хорошо? Объяснить мне кто-нибудь? Они настолько хилые, нужно мастере. Ты падаешь, а не горишь. Куда вы целитесь? А, ах ты ж, ты посмотри, какой хитрожопый. Жаль, нельзя вот эту... Вот этот типа крест. Как это назвать-то? Для флага, да, этот ж... Флагшток местный. Подожди. Жалко, его нельзя поджечь, чтобы он нам на голову упал. О, классно было. Разрушаемость! Ой, я прям жду, не дождусь шестого. Шестой части ТЭС. Прям мне интересно, что там намутят. Потому что все-таки новое поколение, графоний, там все дела. Ау, кто? Ты еще хам? Господи, что такое? Фпсинг, не надо. Тихо. Тихо, тихо. Да что я выше-то вечно стреляю? Так, мне кто-то опять со спины бьет, что ли? Ну, конечно. Не ж... Это самое. Не Юли. Я в тебя не попадаю. Ты здесь стоишь для того, чтобы я в тебя попадала. Твоя судьба на этом... Господи. Заканчивается. Меня сейчас грохнет, блин, такими темпами. У меня, между прочим, уже защита отвалилась. Черт, магии не хватает. Ла-ла-ла, маневрируем. Ждем удачного момента. Сколько там процентов-то? Где мой маг? Второй. Ой, не дай бог он подохнет. Да добейте его, господи. Аллилуйя. Так, давайте сохранимся. Вы прикиньте, я сохранилась, меня выкинуло. Вот я как чувствовала. Хорошо хоть сохраниться успела игра, потому что это было бы печально. Посмотрите, заново все. Ужас. Ить. А, черт, недолет. Так, где мой маг? Вот он. Чтобы не признала. Вы что, не можете попасть чувака на крышу? Я вас умоляю. Господи, так... Это воды нет или это такое просто освещение? Почему бы просто не подняться туда? Я не знаю, каким-нибудь образом. Здесь лесенка есть. Идиоты. Да, лучше... Стоит такой, отдыхает. Я умру стоя, да? Твое желание исполнено. Ну, для них, типа, битва закончилась, потому что 0% у нас же было, типа, все. Ох. Стоит, отдыхает. Хам вообще. Лови. Че орешь, поймал, что ли? Дебильно, короче, это выглядит. Но что поделать? Смесительным. К
Куда бишь нам? Нам вот сюда. И сейчас, я надеюсь, в Солитюд? Вообще, как бы хотелось бы уже. Ой, я представляю, как там все плохо будет. Меня там выкинет, наверное, раз 20. Потому что такое количество народа на одном экране. Моя игра не выдерживает, по всей видимости. Мой компьютер не выдерживает. Бедненький. На издыхании работает в последнее время вообще через пень-колоду. Ну что? Мы берем город. Можно? Иди к братьям, что собираются в атаку. Вернись с победой или умри со славой. Можно я? Как прибудет с тобой, Талос. Я с тобой поговорить должна. Мы берем город. Иди к братьям, что... Ну видишь, у меня маркер на тебя указывает, мужик. Собираются в атаку. Вернись победой или умри со славой. Да прибудет с тобой, Талос. Мы берем... Иди к братьям, что собираются в атаку. Вернись победой или умри со славой. Я не знаю. Он не хочет со мной разговаривать. Опять к Ульфрику тут, да? А, сюда. Хорошо. Да я... Ну, пойдемте от фермы, потому что что-то как-то непонятно. Он у ворот, наверное, стоит там где-нибудь. Наверное. Где бы ему еще быть-то? Это что, мех? У тебя из ушей торчит. Нет, у настоящих мужиков, знаешь, волосы торчат из ушей. У тебя, видимо, их никогда не было, поэтому ты так удивляешься. Так. Я эльф! Мои ушки должны быть мохнатыми. Так, я смотрю, тут уже весело. О, красота. Ух ты. Эпичненько. Надо же, без меня все сделали. Час настал, воины. Город будет нашим. Вот это вот количество? Сюда нас привели. Наша храбрость и жертвы наших соратников. Тех, кто погиб, и тех, кто все еще несет нашу правоту на своих щитах. В этот день наш враг узнает всю одни бабы кричат, заметили? Решимости, всю глубину нашего гнева и всю великую справедливость нашего дела. Боги взирают на нас. Духи наших где? Предков волнуются, и то, что мы свершим сегодня, изменит судьбы людей, которые еще не родились. Не страшитесь ни боли, ни тьмы, ибо Савангард ждет тех, кто погибнет с оружием в руках и с храбростью в сердце. Сейчас мы пробьемся к мрачному замку и, наконец, отрубим легиону голову. Боги взглянут на Скайрим и узрят нас такими, какими мы должны быть. Сильными, могучими, свободными. Приготовиться! Все за мной! За сынов и дочерей Скайрима! Твоя озвучка явно проходила в разные дни. О, как разорался ты, посмотри. О боже. Надо еще раз сохраниться, потому что я его речь второй раз не осилю. Бесит меня Ульфрик, вот ненавижу его. Что это было? Так, а почему внутри все горит, если они еще в город не входили? Объясните мне. Или они уже вошли, все сделали, а теперь как бы до конца нужно дойти. А зачем тогда было выходить из города? Очень странно. Так, ладно. Ну блин, ну что такое-то, ну? Ага. Рынок горит! Святое! Что-то как-то на него хреново действует. Смотрите, вот ледяная буря сколько снимает, а сколько снимает
Нет, двойной. Не попадаю. Так, тихо. Реально, с двойного огня они как-то быстрее дохнут. Почему так? Ой, кстати, смотрите. Блин, ну куда ты исчез-то, ну? За что вообще? Прикольно же было. Все испортил. Как-то странно. Чих, чих. Да еще вы заколебались со своим воином. За 3 залпа, смотрите, помирает. А с ледяной бурей 20 лет он умирал. Это Стганна. Что это было? А, это этот Ульфрик жарит криками. Ой, здравствуйте. Ой, здравствуйте еще раз. Ты хочешь сгореть, я вижу по тебе. Ой-ой-ой-ой-ой, тихо. Ты там догоришь? Шашлычная на выезде, ну. Давай, чуть-чуть осталось. Тихо, не надо так. Да я тебе говорю, не надо так. Я могу обидеться. Он что-то целит в меня, смотри, до сих пор. Ладно, не хотим по-хорошему. Будем по-плохому. Хорошо горят. Проход открыт, недоумки. Мне странно, как-то попадаю по ним. Неважно. Кто-нибудь еще? Не, наверное, плохая идея туда идти. Потому что они здесь всех не переубивали еще. Че все? Упс! Небольшой промах. Это меня не волнует. На моей стороне только я, моя личность и я сам. Господи, втроем не могут зашатать-то, ну. Только бы... Ой, тащится прям. Ты это кому разговариваешь? Ты это кому разговариваешь, господи? Ой, смотрите, домики горят. Прощайся, летьют. Ульфрик, ты не так как-то кричишь, ты знаешь об этом? Я сейчас тебе покажу, как надо кричать. Моя сила воли тоже мне позволила выучить пару интересных вещей. Я даже не знаю. На всех наложила такая. Так, так. Подожди. Не шевелись. Ну-ка, хоть побегать, посмотреть, что с городом стало. Я уже не помню нифига. Я вам горю. Нет, за ней я горю. Это мой пукан горит. От того, что я разрушаю Солитьюд. Ненавижу Ульфрика Буревестника. Вот вообще терпеть не могу. Ну, здесь-то, кстати, еще ничего так. Над этой частью города, я смотрю, работать особо не стали, да? Только там. Где основной прогон? Ух ты. Че так все активно горит-то? Можно я еще раз сохранюсь? Я боюсь всего вообще уже. Ты не пугай так, господи. Так, нужно ворота разрушать, как всегда мне. Синие очень ничего не могут. Ну, он так чтобы до конца уж доломаю. Эй, люди. А все-таки почему здесь все горит, я не пойму. Если здесь были баррикады, мы здесь еще не проходили, соответственно, мы точно не были в городе. Почему здесь все разрушено? Это так, знаете, забежали вперед, чтобы как бы локацию подготовить. Типа это мы сделали, но на самом деле это так и было. Так, товарищ имперец, я до вас не достаю, верно?
Кто-нибудь сзади? О, здравствуйте, а что вы тут стоите? Ждете приглашения? Ой, набежал-то вас. Вы что, на Ульфрика, что ли? Агритесь так. Респаун такой мощный. Ой, Ульфрик на карачках, смотри, на колени встал. Чё это ты? Ты же крутой. Тебе ж спасу на тебя нет. Неудачник. Пускай сами делают все, я не хочу ничего делать. Я в этом не участвую. Только ради прокачки. Так, я надеюсь, ты не на меня бежишь. Так, где мой лорд? Опять. Только со второго раза реагируешь. Где эти лучники-то? Откуда они шмаляют? Так, товарищ. Да чё-то я смотрю. Страх-то потеряли. Горите, умираете. Спасибо. Где дружбанчики твои? Они как бы есть, но их как бы нет. Откуда они стреляют, не пойму. Кто? Откуда? Не поняла. Подожди. Очень странно это выглядит. Ой, ой-ой-ой, защита, защита, святое. Чё тут? Понятно. Откуда летят стрелы? Пули летят. Пули. Солдаты сидят в окопах. Пули летят. Слишком быстро. Командир отдает приказание. А, пули летят! Пули! Тексты я ни хрена не помню. Куда он там ломанулся-то? Господи, вдесятером на одного дохлого солдата. Вот так это делается. Нет, подожди. Подожди! Мой! Мой солдат! Ну шо? Когда мы внутрь-то пойдем уже харатоптаться? Это что такое, кстати? Господи, ты откуда взялся? Мужик, бежал бы уже. Спасался. Тебе так империя, дорогая? Под меч Ульфрика готов засунуться, да? Лучше бы сдался, а потом бы прирезал его. Ой, пардон, Галмар. Не признала. Слушайте, вот этот респаун, он закончится сегодня. Убейте его просто и все. Нифига себе. Ты что-то дерзкий, слушай. Вот они стоят от него вдалеке и ждут, пока он в них выстрелит, да, по всей видимости? Не, чтобы подойти и дать молотом по голове. Господи, одного солдатика. Его мотает просто из стороны в сторону, его никак убить никто не может. Ну что, все? Пойдем внутрь? Или в ту внутрь? Ну? Да что вы там нашли-то опять, господи? Где они их находят? Мы куда-нибудь пойдем сегодня? Уже? Алле, мужики! А где мой маг? Он, по-моему, со мной не пошел вообще сюда, да? Ой, так хочется в них жахнуть чем-нибудь, знаете, таким, что прям всех накроет. Всех убьет. Но нельзя. Зленью Ульфрик безметный. Это меня очень печалит. Промазал, надо же вообще. Ну давайте уже. Жил-был солдат. Ну что?
смерти. Осп, еще один. Хорошо, я уже напряглась была. Ну? Чё, как? Ой, мудозвонство. Я посижу. Они там заняты явно. Хороший вид. Такой, господи, как они меня достали. Ну что, они там сражаются? Кто-нибудь... Или они на меня реагируют? Подожди. Если я тут сидеть буду, они, наверное, респауниться не будут. Ну да, да. А здесь есть где-нибудь креслица, как я тут присяду? Нету. Жаль. Один там стоит, вот просто один. Вот что вы. Господи. Идиоты. О, орел! Стоять. Шел. Ну. Наш командир. Идите за ним. Поклоняйтесь ему. Сказал человек, который только что вступил в огонь. Но теперь я надеюсь все? Нет. Да, господи. Они по одному так сколько будут еще появляться? Они бы хоть, не знаю, курьбой бы появились, я бы их жахнула огненным шаром бы и все. Это просто тупо выглядит. Один выходит, его всей толпой бегут мочить. С этой стороны. А потом стой. Что за хрень такая? Может, уровень сложности ненадолго понизить, чтобы они уже закончились. Сколько веков это еще будет продолжаться? Теперь с той стороны, да? Нет, смотри, стой. И Ульфрик там топчется. Слушай, отойди ты уже, господи. Я его убила. Теперь пойдем туда, потому что сейчас оттуда вылезет какой-нибудь хмырь. Я тебя уже встречаю, мужик. Я тебе дарую быструю смерть, не то что эти. Теперь опять туда, потому что там внезапно отреспаунится лучник. Ульфрик уже там, знаете, стоит. Не, смотри, опять там. Чувак, прости, я не успела. Может, внутрь надо мне зайти, то есть забить на них? Потому что, может, они так и не зайдут никогда? Может, они настолько тупые? Да, мне кажется, это просто не закончится никогда. О, найс. Уже. Слава тебе, господи. Я просто думала, что как-то... Почему стой? Нельзя отбивать Скайрим у тех, кто обрек его на разложение? Ты не прав, Ульфрик. Нам нужна Империя. Без нее Скайрим неизбежно падет перед талмарцами. Ты была с нами. Ты все видела. В тот день, когда Империя подписала тот проклятый договор, в этот день Империя умерла. Ну и дурак же ты. Не мешай нам, женщина. Мы пришли за генералом. Он сдался, а я нет. Рики, иди. Ты можешь идти. А могу и остаться и драться за то, во что верю. Сидит такой, понимаете? Вы этого хотите? Чё скажешь? Чтобы братья и сестры по оружию убивали друг друга? Чтобы семьи гибли в междоусобице? Проклятие! Такой Скайрим! Отойди, женщина! Я не хочу жить в таком Скайриме. Рики, можно обойтись без этого. Вы
не оставили мне выбора. Не буду ее убивать. Пускай сами убивают. Даже у Лурца есть все-таки какой-то оттенок чести. Что за говно тут происходит? Долго они, интересно, его бить будут сами? Да, у меня тот же вопрос. Даже не пытаюсь, говорит он. Воу, тихо, я же вас не трогала. Неудачники. Так, а вот сейчас я обиделась. Уравняет шансы, да? Ты только что на коленях стоял, дебила кусок. Так, Тулей, конечно, больше подвержен. Я чувствую негодование. Тихо, ёшкин свет. Ой-ё. Тихо, уважаемый. Ну, стоять! Я вас не трогала! Тихо, уважаемый. Так, блин! Ой, Ульфрик, сдохни там уже, что ли. Так, Тули откинулся. Да сейчас сделаю. У меня магия просто заканчивается, понимаешь, иногда... Нет, ты не откинулся, почему? А, видимо, сперва ее надо грохнуть. Или его убьет пафосно Ульфрик. Куда пошла-то, ну? Ты не горишь, ты падаешь. Ладно, по крайней мере, ты умерла от моих рук, да, а не от их. Последние слова будут, пока я еще не отправил тебя в Обливион. Из разных комнат разговаривают такие. Ну так чё? Ты будешь отправлять его в Обливион или чё будешь делать? Именно этого они и добивались. Кто добивался? Талмарцы. Но они заварили тут кашу. Заставили нас разделить стратегические ресурсы и бросить хороших солдат сюда, чтобы усмирить бунт. Мелковатое слово «бунт», тебе не кажется? А. Сам знаешь, мы не злодеи. Может и нет, но уж точно не герои. Может, ты и прав. Но тогда кто же ты? Ты сам сказал. Я тот, кто прав. А если я сдамся? Империя, которую я помню, никогда не сдавалась. Империя мертва. И ты тоже. Да будет. Убей его. Хватит возиться. Перестань, Гаума. Ты что, не чувствуешь важности момента? Твоих богов. Если тебе нужна красивая концовка для какой-то твоей истории, пусть это сделает Довакин. О, вы долго будете его искать. Довакина-то. Итак, Довакин, что скажешь? Исполнишь эту почетную обязанность? А, этот придурок думает, что я Довакин, потому что я умею кричать. Ха, идиот. С меня хватит. Я не буду марать руки этим дерьмом. Это твое дерьмо, сам в нем и копайся. Строй куличики, сколько тебе будет угодно. В общем, пошел к черту, Ульфрик. Как скажешь. Я думаю, положено сказать какую-то речь. Пойду соберу людей во дворе. А Элисив? За нее не волнуйся. Я послал своих лучших людей, чтобы взять ее. Клинок Бори, я хочу отдать тебе свой меч. В залог моего уважения. Да, да, я тебе его всажу так, куда-нибудь потом, когда-нибудь. Красивые речи. Ты будешь рядом со мной. Я хочу воздать должное тебе, Довакин, и лучшим из братьев Бори. Thank you.
Не упоминай меня. Да? Почему же? Потому что ты козёл, ты мне не нравишься. У меня свои причины. То, что на сердце у человека, его личное время. И я уважу твою просьбу, хоть она и омрачит сей славный день. Ну, пускай. Пошли. Хотя бы пройдемся со мной. Не пойду я с тобой никуда. Да, не тяни, я занят. Благослови тебя, боги. Прости, Тулей. Прости меня. Если бы я не Лурцем играла, ты бы выжил. Но у Лурца свои причины. Если вы внимательно слушали прохождение, вы знаете какие. Когда-нибудь все тут погибнут. Нам нужно было ослабить империю, чтобы потом спокойненько добить братьев Дури. И, соответственно, чтобы все это пало. Господи, вы видели Ульфрика, как он дерется? Я его на лопатки одной левой уложу. Настоящие герои. Это вы. Это вы боролись с умирающей империей, запустившей когти в нашу землю, пытаясь утащить нас за собой. Это вы дрались с тамвацами и их марионетками, которые хотели заставить нас предать наших богов и наших предков. Это вы сражались с теми своими родичами, кто не принял нашу сторону, кто не хотел платить цену свободы. Но более того, это вы воевали за Скайрим, за нашу независимость, за возрождение нашей славы и традиций, за то, чтобы самим выбирать свое будущее. И потому я не могу принять мантию Верховного Короля. Я не позволю себе принять этот титул до тех пор, пока меня не коронует собрание. А как же Ярл Элисив? Да, и что же госпожа Элисив? Забудет ли она свою ненависть ко мне? Конечно. Судьбу Скайрима. Поклянется ли она мне в верности, чтобы все знали о нашем мире и о новом дне Скайрима? Да, вот взяла и поклялась. О, смотри-ка, значит, тряпка. Ярл будет и дальше править среди юга, а я размещу здесь войска, чтобы имперцы не отбили город. И в свое время соберется собрание Танов, чтобы разобрать притязания на мантию Верховного Короля раз и навсегда. Нам многое предстоит сделать. И мне нужны все здоровые мужчины и женщины, которые хотят возродить... Чего вы на меня смотрите? Великая тьма сгущается. И скоро нас призовут, чтобы сразиться с ней. Пусти ему стрелу в лоб, он меня так раздражает. Возможно, Альдмерский доминион и одолел империю. Но он не победил Скайрим. Ну, как я? Не так уж плохо. Хороший ход насчет Верховного Короля. Пойдем отсюда. Спасибо. Я тоже так подумал. Сам знаешь, что они решат. О, я знаю. О, я тоже. Не оставят нас в покое. Ты просто молодец. Иди в жопу. Что ты с нами? Прости, Ралов, прощай, Ралов. Ну вас всех в задницу. Я с вами не общаюсь. Это маленькая победа только. Это моя победа, черт возьми. Потому что эта победа приближает меня на шаг к тому, что было запланировано.
Осталось только убить императора. Темное братство мне в этом очень хорошо поможет. А пока я пошел. Эй, как тебе там? Пошли за мной. Надоело мне тут. Кстати, интересно. Типа закончилось, да? Да, закончилось. Слушать речь было не обязательно, и это радует меня. Черт с ними, со всеми. В общем, вот так вот. Ненавижу Ульфрика. Терпеть не могу. В общем, ладненько, давайте здесь тогда и остановимся, собственно. Отлично. Вот на вот этих вот чудеснейших пейзажах разрушения мы и завершим данную серию. В следующей пойдем уже по Темному Братству. Надеюсь, что эта серия вам понравилась. Если это так, ставьте палец вверх, подписывайтесь, зовите друзей. До встречи в следующей серии. С вами была Seven Lords. Вот этот чувак, имени которого я постоянно никак не могу запомнить. Талвас. Талвас. Почти как Талвас, только Талвас. Вот. В общем, всем удачи и пока-пока.